Всем добрый, дамы и господа, с вами Красный Император. Сегодня я продолжаю играть Super Power 2 за Тибет. Так. Ну что ж, ну, сегодня такая вот фигня у нас. Германия еще цела. Ла-ла-ла-ла-ла. То есть Германия все еще существует, и у нее всего лишь один регион. У нее. У него. А, пофиг. Так, ну и сегодня я, во-первых, добью Германию и захвачу... А, нет, Индия уже захвачена. Что я уже забыл. Ладно, Непал возьму тогда. Серия будет очень короткая, потому что я прямо сейчас и нападаю на Непал. Давайте зайду в карту Империи. О, против меня... Кто идет-то против меня? Очень интересно, правда, мне надо сейчас мир. То есть, ну, чтобы другие страны не присоединились к войне, надо сейчас отношения налаживать. А то будет мне хнык-хнык. Так. Сейчас вот улучшаю отношения. Так, вроде как, да, вот все. С Афганистаном только могу нормально. Ну, остальные части я направлю вот сюда. В принципе, это даже еще лучше, потому что против меня еще и Турция воюет. То есть я могу еще и турецкие части взять. Вот. И отсюда поведу армию, отсюда. Далее отсюда. Сюда. А, это там уже Франция. Так, давайте сейчас. Я тогда на Чехословакию пойду. Он тут просто Словакия называется. Каким-то образом. Так, вот. Уф. Вот сюда. И Норвегия еще. Ух ты. Неожиданный враг у меня появился. Мы уже тут воюем, вообще. Это хорошо. Не понял. Я просто так нажал. Какая-то фигня произошла. Чуть не понял. Ладно. Сейчас тут норвежцы будут атаковать. Норвежцы. Так. Давайте захватим до конца эту Словакию. Вот, все. Правда, остальная часть немцам принадлежит, ну да пофиг. Угу. Надеюсь, у них флота нет? Нету. Могу сюда высадить? Нет, не могу. Флот нужен. Тогда я сразу на столицу норвежскую пойду. Если у меня получится, конечно, всю страну захватить. Не, нифига получилось. А, нет, ты даже не дошел до столицы. Хуял что ли? Вот, сюда. Вот, теперь вторая столица. Хохланд. Или как он там? А, Берген. А регион-то по-другому называется почему-то. Хохланд. Не, вы издеваетесь, что ли? Ну ладно. Блин, тут почти нет гор... А, вот, всё. Наконец-то. Так, все три страны пали. К нам на колени. Блять, я вот не пал.
Аннексирую. А, нет. А, нам еще и Турцию надо захватить, точно. Норвегию аннексируем тоже. Словакию. Пусть даже немец тоже аннексирует тут Словакию. Сейчас. Германии. Немец, хочешь тебе Словакию получить? Я знаю, ты хочешь. Так, это еще Польша? Да, это Польша. Каким-то образом. Пусть немец тоже получит Польшу. Так, мне еще и Германию захватывать. Ладно, я думаю, что таких территорий у меня будет достаточно Турции. Вот что я делаю. Вот так вот. Аннексия, Турция. Ну и сейчас я время ускорю. Через концы. У вас 50. Спид 50. Все, война окончена. Так, но это не все цели этой серии. У меня еще есть подарочек для кое-кого-то. Пока у меня тут идет на всю скорость время, то есть вот такое время, у меня есть шанс исследовать ядерное оружие. Ну, правда, какой ценой это стоило? Шок. Так, надеюсь, у меня игра не вылетит. Ибо мне придется монтировать видео. А я стратегии не монтирую. Я монтирую только Майнкрафт, который я снимаю тоже. Да-да, я Майнкрафт снимаю. Так, у меня вроде уже исследовалось, да? Хорошо. Тут не только техник должен исследоваться. Так, эту армию из США тоже вот сюда иду. Пусть ВВП пока что растет, она маленькая слишком, поэтому пусть растет. И армия. Ух ты. Я уже даже не помню то, что у меня такая армия большая была. Так. Ох. Ты же ты. Чтобы быстро технологии следуются. Так, теперь я все технологии направлю на ядерное оружие. Так, пусть следуются пока что. Коста-Рика, вы издеваетесь? А, пока тут, пока там и вся технология, я сейчас буду с Афганистаном отношения налаживать таким вот медленным, но верным способом. Медленным, но верным способом. Какое же тупое слово. Тут до 100 было, чтобы союз не расторгнут был. Так, смотрим, какие у нас 71, нормально. Давайте еще отношения раз, еще. Ладно, хватит. Хватит отношений для нашей империи. Все. Так, вроде у нас уже давным-давно исследовалось вот все, да? А нет, еще не все. 1000 дней еще исследуется. О, скоро Fallout начнется.
Хотя, да, ребят, я вот... У меня такая идея сделать мод на Fallout. То есть, тупо будет 2052 год, Союз, Китай, арабские страны, они будут разделены. Одно европейское государство, европейское содружество. Ну, США еще под контролем, у них Мексика будет. Так, ну и тем более, в чем хардкорность того мода, то что ресурсов, кроме Советского Союза ну, и США, будут минимальное количество. Поэтому беднейшие страны будут, так скажем, пытаться завоевывать богатые страны. Это будет полный хардкор для играющих, потому что страны будут постоянно между собой воевать, у них не будет твоих хватать денег, ресурсов, будут постоянно не хватать денег. Причем у СССР, Китая, у США будет ядерное оружие. Да и вроде и все. То есть мир будет, еще европейское содружество будет попробовать сделать, чтобы она нападала на страны Ближнего Востока. Попробую хотя бы это сделать. Так, у меня уже давно все исследовалось, да? Отлично. Тогда я просто вот так вот понижаю, у меня идут просто шикарнейшие доходы. Так, в следующей части. Ну, следующая часть будет последней. Я сделаю то, что многие могут захотеть. Так, как там? Царь. Ой, блин. Царь-бомба. Так. А, я сядусь. А, не до конца, это не то посмотрел. Еще раз тогда пусть исследуется. 1500 дней. Тут появится. Пока что посмотрю, какие здесь типы есть. Ой, извините. Кашлю. Вау. Вот этот ракет мне нравится, лично. Вот. Острым концом. Враг боится этой ракеты. Я знаю. О, все. Теперь можно вот эту вот полностью исчерпать. Это у нас царь-бомба. Баллистик царь-бомба. Сделаю-ка ей 5000. Да, они долго будут строиться, конечно. Так, буду их размещать по всей стране. Вот тут. Раз. Вот тут два. Вот тут три. Царь-бомба ходит. Царь-бомба царствует на планете всегда. Чё за фигню я сейчас сказал? Так, тут у меня еще и пехота, и человек 4 миллиона. Нифига себе. Так. Устрою-ка я ядерный апокалипсис. Ва-ха-ха. Тут вообще остались ядерные державы. Так, Франция. Ядерная держава. И все, что ли? То есть Франция ядерная держава и все? Вау. Вау, ход был. Будем с Францией на штык биться. Потому что у этих стран есть ядерное оружие. Ладно, пока же будет достаточно ракет этих самых. Так, ну ладно.
Если вы хотите, чтобы я сделал стрим, пишите стрим, и прямо на стриме я запущу ядерные ракеты. По всему миру буду стрелять. А так я заканчиваю видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.